Итак, мы сегодня в Вермонте, и сейчас мы в музее Шелбурна. Вот, виднеются на горизонте обалденные горы. Я надеюсь, сейчас я смогу пройти и посмотреть их внимательно. А у меня новые колеса. Вот такая вот маленькая же повозочка. Она была выдана мне в качестве замены, потому что свою машину я сейчас отдал в сервис. Вот. А поскольку это Mercedes, то тебе бесплатно дают замену. Вот. Ну, я пока проехал на ней буквально миль 5. Такая себе, честно говоря, жестковатая, мелкая, головой упираюсь в потолок. На Mercedes. Вот. И у нас дальше музей, куда мы сейчас направимся. Вот. И вот пока машину ремонтируют, можно погулять. Порадоваться жизни. Да, такой вот прекрасный солнечный денек. Горы, горы Вермонта, вот там вот. Вот где-то так и выглядит Вермонт. Домики красные с деревянной черепицей. Ну, это старый Вермонт, ладно. Вот, такие вот круглые амбары. Все это на фоне замечательных гор, лугов и полей. Продолжение нашего путешествия. Мы приехали на пляжик этого городочка Шелбурн. Да? То есть, как мы видим, детская площадочка с приятной фирсой, чтобы детки не поранились, когда играли. Вот, и вот такой вот обалденный пляжик. То есть, как обычно, зоны для гриля, столики, лавочки для отдыха. Вот, и, конечно же, наше озеро Шамплейн. Как мы видим, некоторые люди уже в байдарках. Вот, а другие просто купаются. Там баскетбольная площадка, все чистенько ухожено, красота, идиллия. Ну, вот там вот гуси, купательная зона, вот, и вот такая вот красотень. Давайте еще раз аккуратненько кинем ее взглядом. Так, начнем мы с лавочки, естественно, живописной, и будем двигаться чуть левее, да, то есть вот эта зона, куда я сейчас поеду, зеленая, это наши горы Адирондак. За озером Шамплейн. Вот такая она вот идиллия штата Вермонт. Просто обалденный вид у нас открывается с этого пригорка. Ёлки, молодой клен, горы вдалеке. Вообще сказка. Так, давайте, сейчас еще немножко будет видно поле у нас. Красивое, колосящееся. Да? Шикарно. Такая вот лепота. Вот такая вот тут идиллия. Надо отдать должное машинке, сиденья, конечно, выглядят отлично. Они не то чтобы супер удобные, но красивые. Маленький заливчик озера Шамплейн, вот, который я сейчас снимал где-то вот из тех краев с моста.
Вот сейчас у нас вдалеке виднеется Берлингтон. А мы направляемся вот где-то вот в этот парк. Так, чаечки. Да? Как-то так. Гуси идут на взлет. Вот, а мы любуемся такими вот тропинками. Парк называется Red Cliffs, то есть красные камни. Название, собственно говоря, происходит от этих вот камней. Так, мои красивые косовочки. Вот, и, конечно, от этого клифа, который обрыв, с которого мы видим такой вот вид роскошный. Там, где мы сегодня были как раз. И любуемся прекрасным небом. Такая замечательная тропинка, где люди гуляют с собаками и просто отдыхают. Вот одна славочка с обалденным видом. Сам вид, который открывается на заставочке, на площадке. Так вот лучше видно эти красные скалы, о которых и идет речь в названии этого места. Даже видно, как они уходят вниз. Сейчас, правда, просят по ним не ходить, потому что тут идет сезон гнездения ястребов. И дабы их не беспокоить, просят держаться подальше от этих мест, что мы и сделаем. Вот, это вот то самое пиковое место, где мы были и наблюдали пляжик симпатичный с яхтами. Ну и вот такой вот симпатичный заливчик. Вот такие вот красивые утесы. Куда настоятельно не рекомендовано прыгать, потому что под водой могут быть камни и есть большой риск повредить себя. Вполне возможно даже летально.
Вот такая вот костища. Вот этого дерева сверху только что мы были. А вот он наш вид на правую часть озера, скажем так, северную. Вот еще раз видны наши эти утесы. Красные, да? Красавцы. Какая вот налепота. Еще один новый заливчик. Вот, и уходящие вверх тропинки. Белка пьет воду из водопада. Ну, водопад, он такой громко сказано, но ручеек. Свет в конце туннеля превращается в прекрасный вид на озеро. Та-дам! Темное небо, потому что мы на севере города Торрентон. Но тут такой вот замечательный песчаный пляжик. Как видим, постоянно находятся выше спасателей, которые сейчас, походу, уже не на смене. Чайки, люди, огромное озеро, песок. Точно для счастья. Вот, а вот этот мы видим Торрентон, сам город по себе, да? Пожалуй, на сегодня все. Я сейчас поеду собирать свою машину, отдавать маленький Мерси, который... Ну, маленький, что с него взять? Головой задеваешь. В целом, Мерседес тоже неплохо. Хорошего дня, до связи, радуйтесь жизни, веселитесь. У народа фестиваль скоро начнется. А у меня время ужина. Вот, это центральный порт Торрентона. И вот тут вот ресторанчик, где я планирую поужинать. Итак, время ужина. Как обычно, у нас бургер с картошкой, немножко авокадка и отдыхающие канадцы. Обратите внимание на то замечательное изобретение. Это гриль прямо на лодке. Вообще отлично. То есть ты на лодке, и ты при этом жаришь еду. Радуешься жизни. Вот такой вот на озеро Шамплейн. В закате солнца.
приятное местечко для ужина. Каким замечательным видом. Начался на фестиваль уже. Народ тусит, веселится.